Что, ребята, мы арендовали автомобиль. Сейчас шли, когда в Sixt. Он находится в отеле Hilton. Перед нами сбили девку. Она ехала на самокате. Ее таксист просто сбил и начал на нее орать. Короче, мы, конечно, не смогли снять, потому что как-то было бы странно, да, девка? Ему же помощь нужна. Мы такие, давайте мы тебя снимем. С девкой вроде все нормально. Свадьба заживет, как говорится. Ладно, лимоны растут прямо во дворе. И птички поют. И сейчас мы запоем. Потому что я принес переходник, блядь. Touch me now. Какие верующие. Это же надо было все, как говорится, терпеть. Четко вот следовать, четко следовать своим вот этим вкусам. Это вкусы. Вот каково этим людям осознавать, то что я вполне возможно гражданин Израиля, я со своей русской ебучкой и русским говором такой же гражданин, как и он. В Бога я не верю, шапку не ношу. Эту штуку не ношу. Нихуя вообще. Я по всем признакам нихуя не израильтянин. Но у меня есть паспорт. И я израильтянин. Каково им жить с этой мыслью? Господи, я, если честно, не знал, что ты снимала. Но вот это реально, вот это влог во влог пойдет. Вот это мое рассуждение. Но мне бы было неприятно. Я вот реально, я true. Я всего придерживаюсь. А этот просто приехал и просто заплатил. Что, ребята, мы приехали, запарковались. Еле нашли выход, туалет, но мы справились. Туалет там, просто если... Оплачиваем с аппаратика. Там забирается стрелочка. И Ромочка заходит.
Нанотехнологии. Когда хотим быть, штука крутится только в одну сторону, и ты никак, а назад не крутится, соответственно, и ты никак не войдешь туда. Ну, знаете, как обычно, через турникет можно пролезть в среднем положении. Гениально. Все, идем в храм гроба Господня. Иисуса Христа. А здесь уже люди живут. Ой, ё-моё, нас увидели, зая. Как всегда, только что никого здесь не было. Прошли мы, и пожалуйста. Почему у нас эта история с соцсетями не работает? Где мы, там людей миллиарды. Было бы очень удобно, кстати. Ну, можно, пожалуйста, духи крутые купить. Еще помнишь, когда мы с тобой познакомились, еще на первом свидании я тебе говорил, что мечтаю все-таки вот в Израиль попасть когда-нибудь. Ой, ты ни о чем не мечтаешь, кроме Боснии. Не пиздите. Я о Хорватии мечтаю уже сколько. А Италии. Че, Зай, будешь деньги охранять? В такой толпучке. Да я всегда их охраняю. Да никто не будет их воровать. У меня вопрос, нахуя здесь машина? Мы же уже повернули на него. Вот это путь пусто. Сейчас очки сниму. Дай руку, Ром, пожалуйста. У арабов все дорого, ребята. Подождите, пройдемся дальше. На входе нельзя все брать. Надо немножечко пройтись. Кипу тебе купим. Еврейскую. Не прощу. Excuse me. А я не буду. Нам никуда поворачивать не надо? Господи, пойди прямо. Ого, ну. Чуть-чуть драться. Что там все разворотило, баба? Ну же, как они выглядят, эти пасхалки. А, вот отпечаток какой-то. А, 8-я станция. Вот она. То есть это уже 8-я. Мы 8 прошли, то есть пролетели. Надо найти. Первый. Че он так стоял странно за нами? Сумка цела? Здесь, походу, будет 9-я. А вот 10-е, походу, последний. Он в храм ушел вообще? Да, походу, крест снес. Значит, конечно, выглядит дерьмово. Просто диски не желаете? Игру, блядь, PlayStation. Оливочки. Там хостел. Господь ходил, но сейчас тут сандалики хорошие.
коптик ортодоксик. Это не туда, нам не туда. Не-не-не, нам не сюда. Это ортодоксальная. Ну, я не знаю, зачем нам сюда заходить. Все. Ну, выяснили. Ничего тут нет. Угол. Is there? The nine stop. Nine stop go. Right okay, okay. And left is the nine station. Okay. Nine station go. Thank you so much. Thank you. Самое главное. Сейчас заберу мячик. А самое главное, обрати внимание на то, что я тебе говорил. Просто ты их гуглил, что ли, эти? Конечно нет. Просто там было написано что-то про ортодоксальных, и я думаю, ну нам не туда. Я просто знаю, что нам куда-то надо. А Рома такой, ну нам туда. Уже будто ты сам Иисус, что ли? Ты помнишь, как это было? И чё? Эта женщина, как Иисус, несет крест. Ну что, а потом нам налево, он сказал, да? Зай. Еще бы поджег. Дальше за нам куда? Так ты же... Я откуда знаю? Ты вообще... В смысле, это храм, что ли? А где двери нормальные? Что это? А где двери, которые этот мусульманин открывает? Ну что, они заходят, нам тоже надо. Нагинаемся, а то головёшка отпадёт. Так, мы уверены, что нам сюда? Вот и двери, скорее всего. Да, это. Мало-помалу продвигаемся. Просто потрогаем тоже, заберем коронавирус, чтобы у нас все было хорошо. Точно. Кто-то сюда желание оставил. Не будем место занимать, чтобы другие люди тоже подошли. Ром, там что-то продают, что ли, давай посмотрим. Что, ребята, мы были возле в храме Господня, мы направляемся к Стене Плача. Прекращаю съемку тоже, извините меня. В
Поручень, когда не железная, смотрите, какой пончик уже красненький.